Всем здорово, ребят, меня зовут Фиапра, и сегодня я приоткрываю снова капсулу в CSGO. Сейчас мне продастся петух, и продолжим в CSGO. Погнали. Все, ребят, я зашел в CSGO, сейчас у нас будет 11 капсул. Значит, давайте их сейчас откроем. Капсулу по 150 рублей, по 80 рублей, вот эта вот капсула 150 рублей, а вот эта вот 80, как я говорил. Давайте мы, естественно, начнем с капсулы дешевле. Это вот эти вот капсулы с автографом. Вернувшиеся абритинги. Погнали их открывать. Так, кстати, и снадь. Погнали открывать дальше. Ребят, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Нам из команды... Блин, я не помню, кого он попал. Нам краш. Я помню. В прошлом ролике нам падал. Позапрошлом не помню. Так, угадали вот тебе вот эту капсулу. Да. Ты сейчас не хлопнул, не вкладывает. Опять шок, смотри. 5 рублей. Широк падает, печалька. Коллега должна сейчас снимать под всем. Так, теперь уже будут потом более-менее капсулы. Стали сделать одну капсулу по 22 рубля. На весь этот ролик просил 500 рублей, 450 вот так вот. Последняя говно капсула, надеюсь, что не будет самого человека. Ребят, не забывайте участвовать в розыгрыше, в описании обязательно. И смотрите сейчас дальше ролик. Давайте отправим уже получше капсулу. 2018. А падает нам. Так, последняя капсула осталась. Из этих ней. Потому что там снэп не выпал. Ну. Осталось у нас 2 топовых капсул. Давайте откроем сначала Nike. Тут есть... Ага. А, это же 2015 год, окей, погнали. Фух, пожалуйста, выпади что-нибудь нормальное. Зевс, найс. Интересно, сколько он стоит, в конце ролика посмотрим. Ребят, класс, капсула осталась. Она дороговата, 150 рублей стоит. Хотелось бы, чтобы выпала сейчас вот такая вот наклеечка, я буду рад. Погнали. Найс. Фух, ребят, переходим в Steam и смотрим, сколько... На все, ну, короче, насколько у нас денег выпало, погнали. Все, ребята, зашел в Steam. Сейчас мы начнем с самой первой наклейки. Это у нас Катовица 2019 из Фнатиков. Стоит наклеечка 10 рублей, а я потратил на капсулу 22 рубля. Если что, вы в конце увидите, насколько денег у нас выпало. Так, выпал нам укус, я его вот так буду называть. 5 рублей 79 копеек. Окей. Это 5.12 рублей, но я так и знаю, шопс 5.83 рублей. Так, уже получше наклейки. А, 5 рублей, ну, господи, 5 рублей, ну, what the fuck. 5.49 рублей. 5.45. Так, Зевс, 62 рубля. 84 рубля. Ребят, вы сейчас должны увидеть, сколько стоит мой инвентарь из вот этих вот наклеек. Ребят, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал, напиши комментарий. И да, не забывай участвовать в розыгрыше, ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока.